Амур не смог одержать победу в прошлом туре над обессиленными минчанами. В начале первого же периода обменялись голами и, казалось, все шло к овертайму. Хабаровчане выдержали многократную игру в меньшинстве, не раз выручал Аликин после кинжальных атак гостей. Но на 50-й минуте американец Принц в одиночку решил исход матча, забив победную шайбу. Увы, спортивная удача в этот день была не на стороне тигров. Оборона у подопечных Светлова показала слаженную игру. Где-то ошиблись, конечно, без этого не бывает. Но в целом, неплохо действовали в обороне, что и привело к низовому тоталу. В следующей игре встречаться с одним из фаворитов Восточной конференции. Понятно, что хозяевам придется сыграть еще аккуратнее в обороне. Авангард после перерыва на Евротур не очень внятно сыграл дома против Сочи, чуть не упустив победу в основное время. В послематчевом интервью игроки и главный тренер признались, что совершали много недопустимых ошибок. Поработали над ними и исправили эти оплошности в Новосибирске, что и видно по счету. До середины матча со снеговиками на табло горели унылые нули. Открыли счет хозяева, а дальше на льду был только Авангард, забив 3 гола, а 4-я была заброшена в пустые ворота. В принципе, ястребы выполнили установку Бобо Хартли по поводу оборонительных действий, да и голкипер Грабице выручал не один раз. Дальнейший перелет в Хабаровск, конечно, ударит по физике игроков. Акклиматизацию на Дальнем Востоке тяжело переносят хоккеисты, и этим часто пользуются тигры. Поэтому оборонительные действия будут в ущерб нападению. Тем более с Амуром предстоит сыграть 2 раза подряд.